Сегодня хочу приготовить мягкие, пышные и воздушные булочки для гамбургеров. Булочки, как в Макдональдс. Сначала приготовлю опару. В чаше смешаю 100 мл теплого молока около 40 градусов и 100 мл теплой воды. Сюда всыпаю 7 грамм быстродействующих дрожжей, 30 грамм сахара, это примерно 1 столовая ложка, и муки 1 или 2 столовые ложки с общей нормы. Все перемешиваю и оставляю минут на 15. А тем временем в чашу выкладываю 2 яйца, 30 мл растительного масла и 1 чайная ложка соли. Перемешаю миксером слегка до растворения соли. Спустя 15 минут опара готова. В ней появилась пышная густая пена. Вливаю опару к яйцам и немного перемешиваю. Всыпаю всю муку, это 430 грамм, и замешиваю тесто кухонной машиной. Можно, конечно, и руками, но потребуется немного больше времени. Тесто готово. Миску смажу растительным маслом и выложу туда тесто. Накрою и оставлю на 1,5 часа, до поднятия теста в 2 раза. Спустя это время тесто хорошо поднялось. Теперь буду формировать булочки. Тесто выкладываю на рабочую поверхность и делю на 2 части. Раскатываю тесто и складываю его для большей воздушности. Теперь буду вырезать булочки вот такой формой. Это у меня крышка от баночки. Можно взять, конечно, и стакан. Булочки готовы. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и оставлю еще на 30 минут. Спустя это время булочки поднялись, смазываю их яйцом и посыпаю кунжутом. Выпекать булочки буду в разогретой духовке до 200 градусов 15-18 минут, пока они не подрумянятся. Булочки готовы. Получились они пышные, воздушные, мягкие и очень-очень вкусные. Приготовьте обязательно, вам понравится.